и права собственности допросить судебного заседания в качестве свидетеля Лапкину Надежду Васильевну и приобщить к материалам дела нам ответчица по электронной почте прислала свой документ, который ей выдал в Соединенных Штатах Америки. Удостоверение личности с указанием даты выдачи и по какое время выдан. То есть выдано 2-го. Связались? Ну да, с ней связь есть, но только по электронной почте смогла послать. То есть 2 апреля 2011 года ей выдан этот документ, удостоверение личности по 7 августа 2023 года. Дело в том, что она документ выдала, мнение свое знаете по поводу да, она не возражает, просто ничего помочь не может больше. После приобщения данного документа сообщается представителя ответчика отвода заявления на статус прокурора разрешается вопрос о возможности начать слушание по делу в отсутствии не имеющихся участников и вещавшихся на заседании. Возражений не будет. Полагает возможно начать осмотрение иска по существу. Позиция стороны истца не изменилась? Нет. Требования поддерживаем? Нет, требования поддерживаем. Но требования выселения связаны прежде всего с тем, что она не проживает, и то, что для истца, из-за того, что она зарегистрирована, происходит начисление коммунальных услуг. Представитель ответчика вопросы. Было ей временно предоставлено право проживания. Не член семьи. В аренду там? Нет, не в аренду. Просто на безвозмездное пользование было предоставлено временное проживание. В дальнейшем она выехала, но оставалась зарегистрированной. Получается, наверное, где-то еще в 2010 году, то есть больше 5 лет назад, она вышла замуж и в дальнейшем уехала на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Она знакомая истцу? Да. Скажите. Могу сказать, что она призвала паспорт, документ по согласию или не дано. Да. Пожалуйста, по датам заявить. Суд. Прошу допросить в качестве свидетеля судебного заседания Лапкина Надежды Васильевны. Находится в здании суда. По обстоятельствам выезда не проживания. Да, по обстоятельствам выезда не проживания. Возражение участников? Нет. Допустим. Можно сказать, да? Представьтесь, ваша фамилия, имя, отчество. Лапкина Надежда Васильевна. Дата рождения? 1937. Место рождения? Туринская республика, то есть Туринская область, Риск авто. Проживаете где сейчас? Ползунова 6А.
В суд приглашены в качестве свидетеля, обязаны давать правдивые показания. Задача заведомолотных показаний. Предупреждаетесь об уголовной ответственности. В подписку секретаря распишитесь. Истец Лапкин. Кем приходится он? Приходько Наталья Николаевна, ответчика, знаете? Да. Неприятных отношений никому не испытывает? Нет. Ну, вот, представить немножко вопросов. Ага. Скажите, пожалуйста, вам известно, с какого времени Наталья Николаевна не проживает в доме по Ползунова 6. Да. Ползунова 6. Давно, я не помню. Больше скольки лет уже? Да около 10 лет, наверное, уже. Не подскажете, известно вам что-либо, где она проживает, куда она уехала? Ну, она вышла замуж и уехала за границу. А куда? Известно, нет? В Америку. Вещи какие-либо ее в этом доме есть, нет? Нет, она все забрала. Все забрала. Нет вопросов больше. На основании чего была Селина? Селина на основании чего была? Проживала на какое время с вами? Потому что она училась и негде было жить. На квартире жила пока. А кем она вам приходилась? Христе, сестра. Знакомая, да? Знакомая? Ну да. А как верующая, то сестра приходит сюда к Христе. Садитесь. Исследует материал имеющийся в деле. Копия свидетельства о регистрации права собственности имеется. Выписка из домовой книги. Установление железнодорожного суда города Барнаула декабря 97 года. Установление о переводе недостроения в жилые дома. Мы представлены сегодня. Будем карту, наверное, в отношении ответчика. Дополнение к судебному следствию имеется. Уважаемый суд, материал дела представлен на доказательство того, что истец является собственником жилого помещения, доказательство того, что Приходько уже длительное время не проживает,
вещей ее нет. Самостоятельно с регистрационного учета она своевременно не снялась. В настоящее время не имеет возможности по причине нахождения за пределами Российской Федерации. В связи с чем полагаю, что иск подлежит удовлетворению. Вот решение удаляется для вынесения решения. В коридорчике ожидаете сидеть? Пойдемте в коридор. Пока прервите запись. Взять. Да. Возьми. Возьми в руки. Ну ладно, шапку пускай все. Это только на будущее. Это только на будущее. Вам такой банк надо будет. Знаешь, я тебе мамаску не получала. Мамаску партизанскую. Это куда мы заезжали тогда, где я оплачивал, да? Что? Это туда, когда мы заезжали, где... Ну, это, где будешь поранен? Кинотеатр Первомайский был, да? В этом месте? Да. А второй, где я на старом базаре еще. Где тебе удобнее, туда и свезешь. У меня пенсию получить сюда. И что ты? Знаешь, потому что мне пенсию прибавили, 80 лет исполнилось, уже я не 6 получаю. Ты меня сбросишь у старого, у старого базара, я пойду пенсию получу. Хорошо. Тебе легче не ехать туда. Пенсия, это смешно. Мы против судейской, это какая-то часть, 20-я. Слышишь? Звонит мне кто-то. Ну-ка открой. Вытащи вон там. Держи. Кто? Не знаю, 81-68, не знаю. Открой. Говори.
Какой Александр? Позвоните хотя бы часа через полтора. У нас тут заседание идет в судебной палате. Что? Заложи-ка туда вовнутрь. Видишь, как сделано, если упадет, чтобы легко было найти по красной. Твой потеряется, не на... любой схватит, а мой пнет ногой с дороги, телефон в руки не возьмут. Сегодня у нас 9 января 2018 года, город Барнаул. На третьем этаже находимся в зале заседания. В коридор вывели, решают сейчас. Решают, как выписать человека, выписать. Не прописать, выписать. Не расстрелять, не помиловать, выписать из домовой. И мы уже третий месяц ходим. Залов заседания, посчитал, тут больше 15, но... Никого нет, первые люди только пришли. Значит, небольшой тут напряг идет. Люди честно живут. Это хорошо. Скажи, Надежда Васильевна думает, ему Евангелие подарить нельзя это? Книги за взятку не считаются при условии. Может подойти, да? Тащи, слушай, можешь. За взятку книга не считается. Вот это интересная статья. А мне говорят, а если она, говорит, бриллиантами вся украшена? Так это уже не книга, а раритет какой-то. Из музея кто-то украл. Значит, сразу его... исследовать. И какой пол хороший тут. Спинки стульев сидеть. Сидеть тут можно, пока там срока нет тебе. Можно и посидеть тут. Я боюсь тут отрывать. Если оторвать сейчас, то и надо слеплять эти ролики, а я не умею. Поэтому тут стою. По коридору прошелся, посмотрел, что мог. Боязно. Судья разрешил. Официально снимаю. Покажи, что у тебя в руках. О, визиточку подай ему обязательно. Только вытащи ее, чтобы она отдельно была. Святое Евангелие. От Надежды Васильевны с разрешения. Это, скажи, не взятка, скажи, это книга. Так, покажи, это вторая страница по благословению патриарха Кирилла.
Вот. Так что тут все официально. Этим-то не дали, потому как дело-то непонятно еще, как что-то согнуло-то ее. Пройди. Так, нам не надо ничего брать. Все, ничего не. Пока все, ничего. Все, решилось, нет, что? Все, решилось. Так, решилось. Иди, подойди, хотел. Так, гражданин соединяли так. Иди, подойди. Тихо. Она хотела тут, ну, ты хотела подарить Евангелие. Книга за взятку не считается. Нет, не надо. Не могу, ну ладно. По благословению патриарха, Алексей. Так, ну что, все решилось. Все. Ну, слава Богу. Пошли. Ну, выключи, уже хватит. Так, быстро уходим. Мне некогда. Звонили, надо домой. Сейчас до банка довезешь и оставишь. Так, за меня держись, пожалуйста. Пошли быстро шагать. Я не люблю тихо ходить.
Пойди, держись за меня. Ты самовластная такая. Шагай, поскорее маленько, ногами-то. Вон она там на улице машина, это тоже их дела будут решать. Ну, неизвестно, как решать. Я так боюсь за тебя, что ты грохнешься где-нибудь. Ты не ходи никуда, сиди дома. Вот так. Иди вперед. Куда? Наверх. Ну, выход, выход, толкни. Никогда вовнутрь двери не открываются. Так. Держись за эту. Не торопись. Иди аккуратно, аккуратно. С той стороны, сзади у меня, держись с левой руки. Это мы находимся как раз у судебной этой палаты. Все заставлено машинами. Стой здесь! Стой! Вот тут наша машина. Брат Севастьян нас повезет. Все. Так. Ой, прости. На, держи. Так. Судья, что, ничего не то? Дополнительных вопросов-то не было? Нет. Меня он не спрашивал ни о чем. Ну, давай. Да благословит Господь. Ты куда хочешь ехать? Пенсию получать. Со мной вместе? На Старый Базар? Нет. А куда? А вот здесь, рядом. Да это дом от нашего дальше. А почему ты здесь получаешь? Ну, всегда здесь получаю. И ты тоже можешь получить. Да зачем здесь? А когда-то в три раза ближе к дому. Ты еще совсем неправильно мне делаешь. Нужно зайти так, поехали, еще. Там получишь, тебе в любом месте отдадут. Ну там нет магазина рядом. Ой, нет. Ну, в общем, едем вместе. Мне даже позавтракать нет хлеба. Едем до Старого Базара и получай всегда в той кассе. Ой, бредный, вообще не могу. Что-то непонятно, отвернулась. Ну, потому что мне надо в магазин зайти, а там магазинов обойдешься, нет. Обойдешься. Вот обойдешься всегда. Обойдешься. Всю жизнь вот так, да? Дальше всю жизнь. Правильно говорит Жириновский. Как 50 лет исполнилось, говорит, сразу жену, говорит, в психиатрическую больницу я отправляю. Ну да, конечно. Ну то, что ты оговариваешься-то зачем? Хочу. Мы побыли, все сделали как надо. Это город Барнаул. Снова все жены разговаривают. Ну сейчас можешь, нет, тебя запить, ты будешь ахать потом. Ну ладно. Говорит на камеру, и это даже не может удержать. Ну, ты можешь выключить, уже хватит фотографировать. Ну, тебе муж говорит, ты пойдешь со мной, в одной кассе получим. Причин, чтобы ты не слушалась, тысяча, а слушалась одна. Жена да убоится мужа. Одна ну, причина только. Начинается. Ни стыда, ни веры, ничего нет. Как это так, живут женщины? Поэтому неудивительно, что мужики обманываются. Думает ангел, а там Мегера какая-нибудь. Ищи верующую. Вот я счастливый человек, у меня жена верующая. Это мы по какому проспекту? По Ленинскому? Красноармейский.
Красноармейский. Это Красноармейский, а вон что. Ну вот он, Сбербанк, вот он. Ну вот он, вот он. А то вот. Сколько до дома вот идти? Сейчас я и получаю. До дома сколько получать? Вот сейчас вот давай едем до конца снимем. И ты увидишь, что ты не права на 100%. Да касс, это много в городе. Она самая близкая около нас. Там, где я получаю, а я вот где. Так а что, потом пешком пойдем, что ли? Уже... Ты привыкла, что тебя Татьяна возила, да, Дмоха Петеримова. Домой. Это нехорошо. За это отвечать придется перед Богом. У ней своя жизнь, свои дети, муж. А тебя возят, и не надо больше никогда не лезть к людям. Мне же не 20 лет. Не брат 20 лет. Севастьянов согласился сам. Это бы... Тут мы пурхались еще. Так, ты платил деньги, заранее скажи, сколько? Не скажу. Поди, взятку какую-нибудь давали ему? Нет? Да нет, конечно. Взятки нету. Выписать человека, это не шутейное дело. Это не то, что там тройка расстреливала сразу же в подвале. Это намного сложнее сегодня выписать. Не из жизни выписать. Вычеркнуть из числа живых, без права переписки. А из домовой книги. Я хозяин, представил книги, документы, оформление, земля, решение суда. И то кое-кое как. Вот как справедливо сегодня решают. Не то, что тогда, в 37-м. Ух, живой остался, слава Богу. Это Красноармейский. Вот мы разворачиваемся. Тут идет у нас что? Ну, что идет тут? Трамвай на пути идут. Смотри, вот сколько мы едем. С какой скоростью? Это ты, все, тебе надо идти было бы. Оказывается, ее возят, она за это и держится. Это неправильно. У меня нет машины, я никогда не вызываю, никогда. Ну, потребовалось, вот тут никак. Я и не вызываю, но сама... Сейчас ничего нельзя говорить. Жена доучится в безмолвие. И учить жене не позволяю, Павел говорит. С нами сидит Павел за рулем. Вот представь, это не Севастьян. Ты кому говоришь там в затылок? Девятый десяток лет идет. Убойся Бога и Павла. Это ничем не удержишься. Ты Бог свидетель, ты видишь. Вот так всегда говорит. А что видеть-то? Вот место, где мне пенсию назначали, минимальную. Она сказала, говорит, тогда у вас пенсия маленькая будет. Я говорю, а как я? Я в Латвии работал. Другое государство. Да кому я там нужен? Нигде не нужен. Меня кидали с работы на работу. На одной работе 6 часов чистился. Закричал отдел кадров на втором этаже. А ну иди сюда, баптист. Я вышел на работу бетонщиком. Как швырнет оттуда домовую. На, получи, уходи до территории, чтобы тебя духу не было. То есть за мной следом гонялись органы. Работать нигде не давали. А 2 дня не работают, унеядец, посадить. Был майор Евгений Венц, железнодорожной милиции. Он устраивал всех освободившихся. Говорит, всех устроил, а вас не могу. Один день, кажется, 18 предприятий пришлось отзвонить и объехать. И нигде не принимают. В одном месте было приняли и выгнали. А там мы на старом базаре на площади разворачиваемся. А там вон далеко памятник жертвам репрессий. Но мы-то еще не такие. Вот она я на нем был. Найди, где нас скинуть. Мы очень благодарны, брат. Спасибо. Ты мне скажи, сколько ты заплатил, по-хорошему. Слушай, у меня сапоги скользкие, я не могу идти. Такую даль идти я вообще не смогу. Будет кричать. Это мы все едем к нашей кассе. К банку. Банк. Это вот остановка, разворачивается трамвай здесь. Старый базар. Самое такое. А дальше он Нагорное, там ВДНХ было. Теперь там храм хотят построить, он там видно. Как это, ступени или что там? Вот он сейчас подъезжает, нас высадит. О. Это Барнаул. Вон Барнаул какой. Хороший. Сейчас быстренько выходить надо будет. О, это вот то, где нам надо будет получать. Все, чуть-чуть подверни, мы выскочим и все. О, порядок, все, выхожу. Благодарю. Давай, вылазь.
Давай ножками. Так. Держись. Вот так, вот мы и дома. Давай, с Богом. Закрывай. Пошли. Держись. Вот мы идем к этой кассе. Туда, где мы получать должны. Я тут пенсию получаю, а дома пешком. Вот раза в три примерно ближе. Если не больше. И однако зовет туда. А послушал-то, что бы тут было. Вот мы подошли вплотную. Давай, заходим. Вот так.